город. В студии с вами я, Ирина Пономаренко, и команда Сигмы. Новости этого понедельника и минувших выходных мы собрали в нашем выпуске. Мы начинаем. За минувшие выходные в округе коронавирусом заразились почти 400 человек, зафиксировано 11 летальных случаев. А в понедельник, 23 ноября, на Ямале 194 новых случая COVID-19, 95 человек выздоровели. К сожалению, есть 3 смерти в Ноябрьске и Новом Уренгое. Течение болезни у пациентов осложнилось сопутствующими хроническими заболеваниями. Традиционно заболевших больше всего в населенных пунктах. За сутки выявлен всего один новый случай среди вахтовиков. И почти 200 – это жители городов и поселков округа. Лидируют в антисписке Ноябрьск, там 31 человек за сутки, в Надымском районе 26 пациентов, в Новом Уренгое 21 новозаболевший. В больницах округа остаются почти 1700 пациентов с COVID-19 и внебольничными пневмониями. Из них 54 пациента в тяжелом состоянии, один в крайне тяжелом, 22 пациента с подтвержденным COVID-19 на ИВЛ. Тем временем в России за сутки свыше 25 тысяч заразившихся COVID-19, и это новый рекорд. Вылечиться сумели 16 тысяч россиян. В Новоуренгойском колл-центре устанавливают новую мебель. 16 комплектов, которые включают в себя компьютерные столы, стулья и звукопоглощающие перегородки для зонирования рабочих мест, поступили благодаря финансовой поддержке «Газпромдобыча Уренгой». Менять мебель рабочие будут поэтапно, чтобы не мешать работе колл-центра. Напомню, обслуживанием горячей линии занимаются 26 операторов. Да, это специальная мебель именно для колл-центров, удобная, эргономичная, которая обеспечивает удобство работы персонала, потому что это длительно, человек находится за телефоном, да, и в то же время предусмотрена шумоизоляция, чтобы изолировать от шума соседние рабочие места. Поэтому это, да, специальная мебель для колл-центров. Вот с такими вот визорами наши врачи работают в красной зоне. Надевают их поверх масок и идут к заболевшим. На сегодня без них не обходится ни один прием. А готовит такие маски для наших медиков на передовой Николай Черепанов, инженер-энтузиаст из Сибнефтегаза. Он отдал в красную зону уже около 400 таких масок. Кроме того, радует врачей вот такими вот, назовем их, именными заколками. По сути, это держатель для масок. Написано здесь «врач», «медсестра» и герои. Казалось бы, мелочь, но это очень приятно. Сюжет об инициативном человеке, который решил таким образом помочь медикам, смотрите в нашем эфире. Она с козырьком. Вот. То есть здесь, в чем минус вот этой модели, допустим, здесь нет какого-то козырька. То есть, допустим, немножко сверху по диагонали брызги, назовем это так, биологические жидкости больных людей могут попасть на медперсонал. Вообще, я думаю, вы понимаете, что визоры, они предназначены в первую очередь для защиты именно от прямого попадания брызг. То есть, допустим, чихнул, кашлянул пациент. Вот. Здесь как бы сверху немножко есть закрытие. Такие многоразовые маски во всем мире используют хирурги, стоматологи, а теперь они нужны даже при обычном осмотре пациентов с коронавирусом. Сделаны эти визоры с помощью 3D-принтера. В интернете увидел, что у нас в Уренгое в аэропорту берут пробы, делают тест людям на коронавирус, получается, медперсонал без использования защиты глаз. А в интернете до этого я видел, что как бы за рубежом обычно используются визоры промышленного производства. Вот, я зашел в интернет, посмотрел модельки, какие есть. Некоторые энтузиасты моделировали подобные визоры и выкладывали в открытый доступ. То есть любой желающий, имеющий 3D-принтер, может ее скачать и распечатать, сам изготовить. Николай Черепанов, инженер-энтузиаст Сибнефтегаза, распечатал на принтере первую партию масок. Говорит, почти целую коробку пришлось выкинуть, был недоволен результатом. Оборудование раньше приходилось использовать только в качестве хобби, но для такого важного дела изделия должны быть выполнены идеально. Потому, не жалея сил и времени, после рабочего дня Николай делает визоры. Мы с женой дома в них походили, попробовали, какие-то нам не понравились, какие-то понравились. Вот те, что понравились, решили предложить врачам. Вот, я просто позвонил в инфекционку нашу, спросил, вам нужны, они сказали, да, нужны. Я вот привез первую партию, с этого все началось, закрутилось. Потом как бы мне некоторые доктора звонили, просили определенное количество, кому-то я предлагал. То есть весной было сделано очень много визоров. Только весной, когда пик эпидемии пришелся на неподготовленные больницы города, Николай подарил медикам около 380 защитных масок. Один такой визор обходится примерно в 150 рублей. На изготовление поначалу инженер тратил до 1,5 часа. Сегодня сборка 10 масок занимает полчаса. Первые модели, скорее всего, по-моему, вот эти 3, которые были достаточно удачны, я их как раз передавал в нашу больницу. Каким-то сотрудникам нравилась больше эта моделька, каким-то эта. То есть это была такая первая партия. Потом модели усложнялись, видоизменялись. К концу весны я делал уже в основном, получается, вот эти 2 модели.
То есть это была самая ходовая, почему она просто очень маленькая, ее делать очень быстро. То есть весной была задача главная сделать большое количество, закрыть потребность. А потом, когда волна коронавируса пошла на спад, инженер начал делать более сложные модели. Основное преимущество визора – надежная защита от различных жидкостей, которые могут попасть на лицо врача при работе с инфицированными, и простота изготовления. Печатается только ободок. Еще один плюс защитного экрана – он многоразовый. Обработав антисептиком, такую маску можно использовать снова и снова. Вскоре к визорам добавились и так называемые заколки. Некоторым докторам это нравится заколка, ну, так называемая заколка, по сути, это держатель медицинской маски. То есть она на затылок крепится, и за крючочки цепляется маска, чтобы снять давление на уши. Маски Николай делает в свободное от работы время, мастерить визоры планирует и дальше, пока в этом есть необходимость. Они защищают слизистые глаз от попадания, соответственно, потому что работаем с тяжелыми пациентами, с пациентами на кислородозависимые, в реанимации ими пользуемся активно. Соответственно, это предотвращает попадание выделений со слизистых верхних дыхательных путей пациентов нам на слизистый глаз. Да, пользуемся всем активно, хватает. Соответственно, ну, у нас очень большой персонал, хватает, ну, как бы мы обрабатываем их, надолго хватает. Врачи продолжают пользоваться визорами. Николай рассказывает, если будет потребность, готов напечатать переходники для аппарата ИВЛ. Лала Гасанова, Андрей Тихонов, телерадиокомпания «Сигма», для Нур-24. Глава города Андрей Воронов посетил несколько новоуренгойских школ и детский сад. Их руководство поделилось своими успехами и, разумеется, рассказало о проблемах. Каких? Расскажем в сюжете. Было закуплено оборудование, но вот вся проблема состоит в том, что ни одна организация не хочет брать над нами шефство. Хотя это направление очень-очень перспективно, во-первых. Во-вторых, ежегодно... Не раз мы обращались. Да. Ежегодно. Вот здесь вы меня поймали. Да. Это ловушка была заготовлена, да? Вот с такой проблемой пришлось столкнуться руководству 16-й школы. Классы для будущих строителей есть, а вот работать с детьми некому. Андрей Воронов пообещал, что шефство возьмет в свои руки. Тем более, что строители и газодобытчики в Новом Уренгое очень ценятся, а школ с таким направлением практически нет. Но на этом проблемы не закончились. В школе со времен открытия остались кабинеты, где еще ни разу не делали ремонт. Подобная ситуация и со спортзалом. К слову, не только в этой школе. В школе номер 8 тоже большие проблемы с ремонтом. Износ есть, ремонты требуются, но в целом мы своими силами очень стараемся поддерживать эстетический вид школы, потому что даже все коридоры школы, каждые каникулы техперсонал у меня прокрашивает, промывает, прокрашивает, чтобы было чисто и аккуратно, чтобы детям комфортно было здесь находиться. Мебель новую, оборудование обновить, потому что, ну, достаточно сложные условия. Ну, давайте сразу здесь договоримся. Это уже, наверное, третья школа, четвертая по мебели. Первоочередные, Михаил Азарович, посмотрим. Значит, ну, точно надо по мебели поменять. Как отметил глава города, школа требует пристального внимания. Уже летом, когда дети уйдут на каникулы, расширят гардеробные. В проектирование возьмут и другие проблемные участки. Мы решили сделать вот такую онлайн-платформу, в которой могли бы практически все школьники нашего города принять участие в обучении 10-11 классы. Таким новшеством может похвастаться новоуренгойская гимназия. Именно там появилась самая первая и единственная телестудия, в которой преподаватели записывают уроки для дистанционного обучения школьников. Мы планируем соорудить лабораторию высокотехнологичную. Перед вами наш замечательный эскизный проект интерьера. Стоимость всего проекта 10 миллионов. Мы практически нашли партнера, но не на всю сумму. Будет современная 170 квадратных метров замечательной лаборатории, которая позволит сформировать у детей компетенции 21 века. В списке объезда у Андрея Воронова оказался и один детский сад «Огонек», которому уже более 30 лет. Окна полностью мы поменяли на ПВХ деревянные. Ну, что-то делали в долг, что-то договаривались с поставщиками, все сделали. Ремонт, вот эту обшивку утвердили. Руководство садика создало проект реконструкцию. Поменяется облицовка и фасад здания. Садик красили всего один раз, но из-за погодных условий в Новом Уренгое покраска трескалась. Поэтому в проекте предусмотрели и этот момент. Очередной визит в очередную школу или детский сад показывает, ну, что
что все школы, которые построили очень давно, нуждаются в той или иной степени. У нас череда школ попала под реновацию. Есть план по следующим школам, но это очень такой период достаточно далекий, и поэтому считаю необходимым все-таки те узкие места, которые можно решить быстро, ну, условно говоря, мебель в столовую, заменить это не так дорого, это можно организовать и найти, изыскать средства. То есть это нужно решить немедленно. Школы и сады занимаются проектами и разрабатывают дизайны. Напомню, с 2020 года в округе началась программа реновации. Главная задача не просто сделать ремонт, а пересмотреть пространственные решения, создать современные помещения, коворкинги, лаборатории, зоны отдыха. Вероника Самошкина, Феликс Расихин, телерадио, компания «Сигма» для «Нур-24». Прокуратура Нового Уренгоя провела проверку по публикации на сайте НУР-24. В октябре мы рассказали вам о недостроенной детской площадке в микрорайоне Дружба. Качество новой площадки оставляло желать лучшего. Там установили не все игровое оборудование. Помимо этого, на территории были разбросаны куски от покрытия и строительные инструменты. Как оказалось, закончить строительство площадки подрядчику нужно было еще в конце августа. Но из-за задержки поставки детского инвентаря своевременно сделать это не получилось. Прокурор города внес представление об устранении всех нарушений. Сквер имени Андрея Наливайко преобразится летом следующего года, причем обустроят его за счет спонсорского финансирования. Об этом сообщил Андрей Воронов во время объезда строящегося микрорайона «Оптимистов». По словам главы города, этот микрорайон – аналог тюменской застройки. Первый в своем роде в Новом Уренгое. По задумке, жилая территория полностью закрытая, во дворе своя инфраструктура с детскими и спортивными площадками, а также парковочными местами. Что же касается парка, застройщик УДСД сейчас занимается эскизом. Деревья в сквере обещают сохранить, для жителей появится пешеходная зона. А сам памятник первому строителю газовой столицы приподнимут, чтобы он стал более заметным. Здесь вот в самом начале, когда с главным архитектором рисовали этот микрорайон, сразу планировалось, что не ограничимся только строительством жилых домов, а в том числе и вот социальная нагрузка в виде обустройства сквера Наливайко войдет в этот жилой комплекс, объем работ. Вот. У нас третий дом сейчас на выходе, в следующем году его сдача. Соответственно, и парк Наливайко должен преобразиться уже в следующем году. Начали действовать скидки на проезд по Пуровскому мосту. Напомню, предприниматели жаловались Дмитрию Артюхову на дороговизну. Сразу после запуска конструкции владельцы крупнотоннажных грузовиков должны были платить больше, чем отдавали за переправу на пароме. В связи с этим власти ввели скидки от 5 до 50% для разных типов машин. Сделать скидку позволила сдача объекта раньше срока. Пока действуют льготные условия, предполагается разработка новых тарифов по абонентской плате. Для частных легковых авто и спецмашин проезд остается бесплатным. Напомню, движение по мосту открылось 16 октября. Мост связал Пуровский, Тазовский и Красносилькупский районы с остальным округом. Сыграть в доту и получить за это 1 миллион рублей. Куда отправлять заявку ямальским любителям компьютерных игр? Об этом и не только расскажем в коротком обзоре новостей. На Ямале каждый третий специалист зарабатывает более 100 тысяч рублей. Такими данными поделилось агентство РИА Рейтинг. Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа возглавили список регионов с наибольшей долей богатых специалистов. В Янау состоятельных сотрудников 35%, на Чукотке еще больше – 40%. Москва замыкает первую тройку – 32%. ХМАУ находится на 8-й позиции, там 18% богатых специалистов. Хуже остальных в списке выглядят регионы Северо-Запада и Юга России. Обожаете компьютерные игры? Участвуйте в турнире по киберспорту, призывают ямальцев. На соревнования могут заявиться игроки из Тюменской области, ХМАО и Янау, достигшие к 16 ноября 2020 года 14-летнего возраста. Открытый кубок губернатора Тюменской области по этой дисциплине пройдет впервые и исключительно в онлайн-формате. Стартует турнир 5 декабря. Всего заявлено 5 направлений, главный приз – 1 миллион рублей. Подробности на сайте. В Янау продлили срок действия мер поддержки для предпринимателей. Изначально заявочная кампания на некоторые выплаты должна была завершиться 20 ноября. Однако документы принимают до сих пор, сообщают в региональном центре «Мой бизнес». На компенсацию расходов до 200 тысяч рублей могут рассчитывать представители социально ориентированного бизнеса. Индивидуальные предприниматели, работающие в сфере бытовых услуг, имеют возможность получить единовременную выплату в размере 30 тысяч рублей. Такая же мера поддержки введена для самозанятых граждан.
Сделано на Ямале. Близится подведение итогов конкурса на создание бренда для региональной продукции. В финал вышло 4 логотипа. Скоро останется только один, который представит Ямал на официальной сувенирной продукции. Обзор подготовила Вера Баранова, телерадиокомпания «Сигма», для Нур-24. Закупился в Солнечном и поехал в Крым. В свой день рождения крупнейший на Ямале торговый центр подарит кому-то из покупателей путевку на отечественный курорт. Солнечный открылся в Новом Уренгое 6 лет назад. Сейчас это, пожалуй, самое популярное в городе место шопинга и отдыха. Раздавать подарки будут 5 декабря. Главный из них – путевку в Крым на двоих предоставила туристическая компания Vacation Group. Что нужно сделать? Необходимо совершить покупку в торговом центре «Солнечный» на сумму от 3000 рублей и сразу же автоматически стать участником этого розыгрыша. Чеки необходимо регистрировать. Соответственно, их можно зарегистрировать или на информационной стойке, которая работает с пятницы по воскресенье с 12 дня до 10 вечера. Либо, если неудобно приезжать, необходимо их зарегистрировать на официальном сайте торгового центра «Солнечный». Кроме главного подарка будут и другие от арендаторов торгового центра. В этот раз праздник проведут в онлайн-формате. Номера и выступления артистов, а также сам розыгрыш покажут в прямом эфире в социальных сетях «Солнечного». Чеки будут принимать до 4 декабря включительно. Наступил понедельник, а это значит, что пришло время подвести итоги на сайте Нур-24. Какие новости оказались в топе, начитали, расскажем прямо сейчас. А вы не задумывались, какие впечатления у вас были бы о Новом Уренгое, если бы вы только сюда приехали? Инициативная теперь уже жительница рассказала о своем переезде. Какие эмоции вызвала у нее газовая столица, читайте на Нур-24. Не так давно на своей странице в Инстаграм губернатор Янао провел прямой эфир. Дмитрий Артюхов обсудил с ямальцами все важные вопросы, начиная от лекарств и заканчивая дорогами. Эта новость расположилась на второй строчке рейтинга. Если вы по каким-то причинам пропустили эфир, то текстовую трансляцию можете почитать на нашем сайте. Владимир Путин похвалил ямальских врачей. Эта новость добралась до третьей строчки «Начитали». Житель Краснесилькубского района за прогул на работе получил почти 120 тысяч рублей. Как оказалось, он уволился, но работодатель не захотел его отпускать. Бураны, ракеты и луноходы. В Новом Уренгое под Новый год появятся световые композиции и ледовые скульптуры. Как будет выглядеть город, смотрите на Нур-24. В Надымском районе мужчина на снегоходе врезался в ворота гаража и погиб. А в Новом Уренгое столкнулись две машины. Пострадавшие тоже были. Эта новость заехала на 6-ю строчку рейтинга. А вы знали, что если пить антибиотики в первые дни коронавируса, то болезнь будет протекать с осложнениями? На Нур-24 найдете подробности. Новоуренгойцы создали чат в WhatsApp для того, чтобы помогать друг другу во время пандемии. И в завершении. В Сибири нашли новый вид коронавирусов-мутантов. Но стоит отметить, что обнаруженные мутации не делают вирус опаснее. Вероника Самошкина, телерадио, компания «Сигма» для Нур-24. А сейчас наш информационный блок продолжит программа «Патруль». Любовь Ломака подготовила сводку криминала и происшествий за выходные. А у меня все новости к этому часу. До встречи в эфире. Все будет хорошо.